Всем привет! Рада видеть вас на своем канале. В своем инстаграм я опубликовала фото с этими снежинками. Многим они понравились, и я решила опубликовать и видео мастер-класс. Итак, в этом видео покажу пошагово 5 схем рисования снежинок. Снежинки смотрятся сложно, не просто крестик. Клиенты любят такие дизайны. Но выполняется достаточно просто. Понадобится тонкая кисть, свою я выстригала. Кисти заказываю на Алиэкспресс, ссылку оставлю в описании. И также понадобится гель-краска или гель-паста. Материал должен быть хорошо пигментированным, густым. Желательно, чтобы гель-краска или гель-паста были без липкого слоя, чтобы их не пришлось перекрывать топом. Тогда у снежинки сохранится рельефность. У меня арт-паста от Импульс, белый зефир. Всем этим требованиям эта паста соответствует полностью. Ссылка на интернет-магазин будет в описании, и там же будет промокод на скидку в 10%. Мы привыкли рисовать снежинки восьмиконечными. Рисуем плюс и потом крестик. Но на самом деле, если откроете картинки снежинок в интернете, то увидите, что снежинки шестиконечные. Как рисовать, конечно же, решайте вы сами. Я лишь рассказываю и показываю свой вариант. Первая схема снежинки самая простая. Понадобится дотс. У меня дотс маленький, он с набора кистей, также с Алиэкспресс, ссылка будет в описании. Сначала расставляю точки на вершинах лучиков. Следите, чтобы вы ставили точки по убывающей, от большей к меньшей. Теперь ставлю точки между линиями и также по убывающей добавляю дотсом точки. Еще добавлю лучики. В общем, заполняю снежинку так, как позволяет фантазия. Вторая снежинка. Основа готова. Между лучиками в центре рисую небольшие штрихи. Ставлю капельку и протягиваю к центру. Получается как цветочек. Если вы не уверены в своих силах, то просушивайте каждый раз, как только вам будет нравиться результат. Отмечаю точками ориентир для зигзага. На вершинах треугольников рисую по две запятые. Заполняю пустое место на лучиках штрихами. Также ставлю точки и протягиваю. Добавлю еще точки на вершины треугольников.
Ну, конечно же, можно и восьмиконечную снежинку нарисовать. Это мой любимый вариант снежинок. Они получаются объемными. Есть понятие зефирные вензеля. Так вот, снежинки получаются также зефирные. Но чтобы получить такой эффект, каждый слой нужно просушивать, чтобы гель-краска не сливалась. Просуши и продолжай. По-моему, это самый простой способ нарисовать снежинку. Никаких тонюсеньких линий, никаких коротеньких штрихов. Подобным образом обвожу оставшиеся лучики. А теперь варианты посложнее. Но и не из грани фантастики. Все реально, если потренироваться. Рисую основу. Точками отмечаю ориентир для зигзага. Чуть отступая от вершины, рисую треугольники. Теперь от низа треугольников до центра рисую овалы. Вершину каждого лучика соединяю с вершиной овалов. Когда результат готов, кажется, что сложно и непонятно, как же это нарисовать. Но если разложить все поэтапно, то достаточно просто получается. Маленькими тоненькими штрихами прохожу по периметру. Получается такая пушистая снежинка. И последний вариант. Точками отмечаю ориентир. Соединяю точки дугами. Рисую овалы.
Чуть отступая от края лучиков, рисую прямые. Рисую по убывающей еще по две полосочки. И вверх рисую по три штриха. Ставлю точки и протягиваю. Добавляю по два маленьких штриха и точка между ними. И вот такие снежинки у меня получились. Поверьте, это не за раз я села и нарисовала. Видео готовила для вас 3 дня. Очень много типс пошли в мусорку. Но с каждым разом получалось все лучше и лучше. Уверена, после нескольких повторений получится и у вас. Добавляйте свои работы по этому мастер-классу под хэштегом It's My Nail. Очень интересно посмотреть на ваши работы. А вот мои прошлогодние видео. Кому интересно, посмотрите. Если вам понравилось это видео, ставьте ему лайк. Подписывайтесь на канал, нажимайте колокольчик, чтобы не пропускать новые интересные видео. Всего доброго, хорошего дня!